Все, пошли Другой. чистить. Пошли и У башим. нас 4 танка, я могу с Энджекс на минуту отойти, мне по телефону Да, быстро иди. поговорить. Хуярим. Танки. Где ты, чтобы этот? Где пополтать меня? Сразу запуливайте весь трэш. Какой есть там справа, слева, кто-то приведите. И напуливайте. На пул жалко один. Возможности там сводите мобов, вот, чтобы один там отдельно не стоял. Подбегите поближе с ним, чтобы уешка хотя бы делилась. Танка гоняет туда-сюда, БКД. А чё дамажит, блядь, я не могу понять, так мало людей. А пока, блядь, алло. АПК, они просто прицепились к другим и бегают за ними. Ну, ГЦ хули. А пока, блядь. Там один по телефону говорил Сенджекс отходить. А пока, как чешка тестится, прием. Хуёво, да? Походу пиво наливает. Блядь. Праздно. Сука, а пока, блядь, почему не бьешь? Почему первый ретрик по ДПСу? Где твоя чешка, блядь? Так я ж не ДПС, а второй шибай. Так ДПС, блядь, что за хуйня? Мы тут полгода, что ли, сидеть будем? Блядь. Давай, бля, работаем, нахуй. Так вы не вводите от меня нобов. Вы такие интересные, блядь. 5 человек будут бить трэш, блядь, а вы будете на боссах только бить. Давайте, блядь, все бьем. Давайте наоборот. Да, давай, блядь. Мы, короче, трэш тебе чистим, а пока ты с босса иди хуярь, короче. Можешь уже идти боссы. Да. Чисто говорю, сам все, что бегает. Сам танчишь, сам хилишь, короче. У нас один из танков ДДК будет? Два ДК. Ну, два не ДК. ДДК будет? Женек ДДК? Да, наверное. Женек, ты тут? Женька нету, нахуй. Короче, если нужен, тут если слышишь? Ага, ага. Блять, ну, Женек он такой, он там тоже отойдет пиво налить, блять. Жена по поводу работы. А, ну вот. На Сенджекс спросил что-то, вот он Сенджекс-то подошел уже. Блять, как-то раз целка пошли, короче, 25-ку на 8 боссов. И, короче, там у челика ник, что-то там первые три буквы газ, а потом, короче, какой-то паровоз, то ли перевоз, блять. Я, короче, не стал эту хуйню читать, ну, заморачиваться. И просто называю его газ-лопата, нахуй. Ебать, давай ржать, нахуй, газ-лопата, блять. А он еще 8к давал ДПС еле-еле, блять. Сдыхал по КД, блять. Потом радовался, ебать, я, говорит, вообще газ-лопата, блять. Сука. Ну, челик играет там месяц или два в игру. Ну, прикольно, хоть не обижается. Как я понимаю, и пока мы не пойдем, да? После. Или ну пойдем? А чё, а блокер есть? У меня есть блокер. Блять, времени мало, конечно. Надо так через. Через 40 минут уходить надо тоже. Печально. Да. А чё так... ты там задвижешь вообще? Это в РСке, а, магик. А, в РСке, да, веселились.
Там, короче, сдыхало по 15 человек от лезвия, от дыхания. Короче, весело было. Вот и небольшие резки, потом и ВКшки не пойдем. Ну, то есть сначала треба краситель, чтобы тебя потом. А вот. Наверное, пока он начал плоты и вайпались. Да. Да. Пока когда танчит, там по КД, блядь, Халион вейт смотрит. Срываем, блядь. Дыхание в рейд, блядь. Хвостом хуярит рейд. А ему еще чешку, блядь. Угу. Чешку отдали пацану, блядь. Ну, короче, я 5 меток поставил, там звезда, топ-хайп, джанг, кружок, ромбик и мобой, треугольник на Йоми и луна, войд. Сейчас я их поставлю здесь, пока бафайтесь. Ну да, блядь. Да хуя ЕП, блядь, апокал, блядь, стежка, апокал, блядь, ничего не нравится. Короче, на трэше кто из вас паладины будет, кто лучше? Госпожа или полинженер? Я не помню, кто из вас что танчил. Я магика потанчу. Кто это, полинженер? Полинженер. Ты умеешь его тут танчить вообще? Я уже его таунчил тут. Таунтил. Ну, напомним это. Ну, ставьте рыбу. А где ты? Ты вообще, я тебя не вижу, полинженер. Ставьте шкаф. Я вначале стоял, аддон настраивал. А. Понятно. Блядь. Ебаните понятно. Шкаф, блядь, они полгода бежать будут. Женек, ты тут или нет? Угу. А ГДК спек с когтями? Угу. Окей. Это не он, это не он угукал, тебя наебали. Понял. Сейчас мы сумодим его. Он пишет в чате, Женек. Без тактей. Ты чё, профит напить сапрот или на... На жизни, пей на жизни, тут сапрот не нужен тебе. Так, кто нам фласки давать будет? Это, давайте рыбу. Фласки остались с предыдущего босса. Если не остались, то пейте свою. Ну хватит, нормально. Рыбу ставьте, есть у кого рыба, блядь? Есть. Ну ставьте. А у тебя шо рыба нет, ты шо рыба, где твоя рыба? Два там. Ярик. Я поставил. Ярик. Где? А вот. У тебя с собой есть камень на ХП? Сейчас гляну. Я придумал в тему. Так, ну очередность тогда. Сенджекс первый, Женек второй, госпожа третий. И все. Там если что озвучивать, у танка у вас вроде не съесть. У тебя танчит босса, пал инженер, я танчу трэш. А, точно я забыл. Да, Сенджекс первый, Женек второй, пал инженер третий после Женька, понял? А что ты хочешь? Камень на ХП есть с собой? Каску попалом бафните, пожалуйста. Бафайте быстрее эту каску, хуяску, всю эту залупу. Спасибо. Проверка. Давай дальше, стоп, погоди, Войд, погоди. По станам. Давай я первый стан отдам тогда, если бы вот эти импы. Потом кто-то другой подозреть. Да, давай. Первый, а там второй не понадобится. Но если понадобится, там Холи Пал даст Ахиса, Акихира. Две шиповку порвал. Эрдру, заходи сюда. Марчи, дадите крит, ладно, в бою. Кусяо, Джанг, бегите сюда. Кусяо, Джанг. Кусяо, Джанг, Асус. Помните, MP5. Танчи, там, когда идет каст, я тары. Да, во время каста, да. Каст быстрый, минута всего лишь. Ой, секунда. Да, СПД, ну кинь обмен. Забегайте, там MP5 дали вам? Джанг, по джанку. Паладин в дохуище. Бэдик, у тебя сейчас 5 минут, нормально. MP5, Ахиса, ты тут? У меня, короче, остров, если ты похожий на кута. Кто там пиздит, нахуй, ёбаный в рот? Ахиса, ты тут? Ладно, ты каски давал, по инженерчу бафаешь. АФК, пол инженер. У меня тоже каски. Госпожа Прота раздался. Все, Ахиса, давай теперь ты бафаешь кресты. Каски бафает пол инженер. Ебать, палы, ну что вы, разобраться не можете. Не говорю, бля. О, на Йоми же целя. Че раз? Здорово, ребят. Принимайте готовность. Уже пора ебашить. Куся, пол инженер готов? Клео. Чё ты говоришь, Войд? Все готовы пулять. Да какой групп лут, блядь, тут босса бьём сейчас. Чё, ты собираешь траву, что ли? Пуляйте, ебать его в рот, алло, блядь. Тяжело. Ну.
хуярим изо всех сил. Что-то у нас ДПС мало. Так мало АОЕ, что ли? Так нечем крутить АОЕ, блядь. Чешкой крути. Поломали его. Да косты ебучие, не забываем. Косты исцеления вот это сбивайте, иначе они будут захилиться. Сильнее уешим 30 секунд. Прям прожимки отдавайте на эту хуйню, все там. Стоп хайпа затаунтите. Все, убили всех. Ну все. Хуёво, что мобов столько, да ладно. Все, лови, Сенджикс. Куда мы Геру тут даем, я не знаю. С пула? В самом начале. Давайте. А, кто второй, кто третий? Блять, чем ты слушал? Женек второй, пал инженер, после Женька третий, получается. Я утера пока просто. Ебать, ты понимаешь, что у меня не откроется эта вкладка рейда, ну, во время боя? Если ты там траву собираешь, то, блядь, а выйдешь и забагается аддон. Так что ничего не делай лучше. Про истерию скажешь. Давай, Санч, ты. Кубисты вы видите там, да, свои кубы? Возле кубов сразу встаньте, чтобы там бежать не пришлось вам. ДЦшник шаришь, да, как здесь играть? Ты не в тупую вешаешь щиты на танка ПКД, а вешаешь щит во время коста. Чтобы вот этот щит именно на сокрушительный удар прошел. Я не знаю, как вы танчите, но у вас что-то там нарушилось, нет? Нормально все? Нет, все отлично. Ладно, если что, озвучите там голосом. Все, Женек. Можно. Готовимся, скоро будет эта параша, вспышка ебаная. Вот, встали возле кубов, готовимся. Нажали кубы. Отпустили, бьем дальше. Сгрипайте скелета любого и сразу фир ему. Клео фиряешь. РДД, все, бьем этого скелета. Зергаем, зергаем его. Бета-тестер станешь там, когда поспокойнее будет. А чё тут два скелета, блядь? Этого добиваем. Второго зергаем. РДД сразу переключаемся без команды уже в следующего скелета. Милики бьем. Дайте ему стан. Стан, стан. И фирять Клео изгнание по КД. Или Клео, или Акихиса, блять, если не получается у одного другого. Изгнание зла по скелету по КД. По КД. Быстрее все бьем. Милики, помогайте. Следующего скелета гриб. Там еще два скелета живых. РДД подошли ближе к тем скелетам, бьем. Вот этого бьем. Этого милики бейте, я ДРДД уже на следующего доты навешайте. Ой, блядь, дайте в пизду, блядь, могут фирбить. Бейте скелетов, весь рейд, блядь, по босса забудьте нахуй. Сейчас, блядь, будут уже вспышка нахуй, у нас скелет недобитый стоит. РДД, все переключились скелета. Все, по кубам пошли, к вспышкам, по кубам. Нажимаем кубы. Отпускаем. Скелета добиваем. Бесов пока собирают, пока босс здесь стоит. Бета-тестер этот, вставай. Вроде я сейчас тебя не должны быть. Опять ёбнуло, блядь. Ну зачем ты встаешь, когда, блядь, скелеты, блядь, живые? Смысл, я встал и пошел бить трэш. Эрдрус, ты кого резал, да? Все. Это. Фокси, ты мог, если что, напулить там? Пачку подойти, напулить вот это. Подводите все, подводи, я уешим. Подводи босса прям в эту хуйню. Кто там держит? Пол инженер, блять, долго будешь стоять?
Все, фулл ауе даем. Фулл ауе через эту хуйню. Дайте инер постреля. Так. Даю гем на ману вам. Один из шаманов. Дайте гнев, там... Ладина. Ладина, дайте гнев. Без уши выйдите. Ахиса. Ахиса, давай этот гнев в этих восставшихся. Гнев небес. Все, добивайте. Дал гейм на хп. У нас Шенек умер. Кусяо, ресы. Не было у него, там еще бесы вышли. Пока по боссу играем. Кусяо, Женька, ресы. КД. Ну, блядь. В орешку, он умер. Нахуя вы даете БР, блядь? Ну этот, о моя госпожа, о моя госпожа, будешь тогда это, таунтить. Вот таунти там, если на них на двоих дебаф. А уешьте в трэш. Короче, это, выбирайте босса, фулл ДПС по боссу играйте, переводим 2%. До следующего портала, сколько там? 30 секунд. Все в босса играем, скелетов потом добьем этих. В босса играем. Давайте станы, когда мало хп будет тут трэша. 1% переводим. И готовимся сейчас бежать к этому, к воротам. Все, перевели к воротам, бежим, трэш доигрываем. Отдайте тогда баунт, блядь. А, там давали. Ахиса, давай этот массакру на рейд. И все в бесов играют. Про босса забыли, в бесов играем. Наеме гимн на хп. Все, госпожа, смотри там, кто по очередности. Все в бесов играем, надо бесов добить. Этот. ДК, после меня забирает паладин, паланжиер, ты рано забрал. Ну ладно, паланжиер, забирай второй тогда. Что там, главное, очередь распределите. ССы на вас ни на каком танке нету? На всех, на мне нет, на госпоже. Ну давай, у тебя ревностный есть, эмобой, дай по синджику СС на всякий случай. У Палов есть ревностный прокнет, скажите, какие-нибудь будем зубы там вам давать. Этот, Орешка, ты не стопаешь каст, когда над тебе печать Мактеридона стопай хил, чтобы не терять всю ману, ты без маны так стоишь. Да я стопаю, сейчас только проглядел. А. Смотрите, ой, осторожно. ДК забираешь в каст, ДК в каст забираешь, а не после каста. Я в каст забрал. Слава, кого дать инер, в Орешку или в Вова? Стрелю, давай. Дай. Ну, а ты, без команды. А ты не в пати хилов, да? Стреля. Ну. А. Он с танками находится. А. Ну давай, давай постреляй. Пусть печати перестанет взрывать по 5 штук подряд. Да печати взрывают, ну. Сэш, можешь давать. Ну как будет. Так, чё по мане-то у нас? На Йоме у тебя же есть гимноману, да? Ну ставьте последний тотем, если есть. А, вот. Короче, давай гимноману отдавай. Похуй, там тотем просто поставить и уже и всё. Ну и регеньте ману и старайтесь топ хайп, вот чё кастовал, да? Ребят, пан Павло, ну эти танки разверните босс нормально, выставите. О, как я в контроле. А, ты в лужу просто повернул босса и улетел. Вот сейчас два танка у нас только остались. Вот. Так что я могу сказать только ГЦ. Поверни на звездочку у босса лучше. Пал-инженер тоже, Пал-инженер тоже отлетел в лужу, молодец. Вы что, первый раз тут? Алло. Так лучше не я танчил, говорю, блядь. Войд. Я вообще не ебал. Ну, так а ты в луже как оказался? Вы чё, блядь, ебанулись или чё, блядь? Как ты оказался в луже? Пал-инженер, как ты оказался в луже? Вы что, блядь, вам там медом намазано или ДПС увеличивается, блядь? Вы первый раз в этом инсте, не знаете, что там в контроль берет босс, блядь? Сука. На ДК держал, бля, в лужу, сейчас танчил. Блять, сейчас на следующем трае, нахуй, все танки запомните. Вы держите ебаного босса лицом в решетку. На звезду, блять, ебалом, блять. И отлетайте в решетку.
Не надо его поворачивать, блять, в лужи, нахуй. Если вы не можете мимо луж повернуть и отлететь, блять. Пау-инженер, блять. Сука, это первое. Второе, блять. Хилы и ДДРДД. Ну, хилов в большей степени касается. Не хлопайте эту хуйню, когда вешается печать Мактеридона, и когда заканчивается она, то есть секунда остается, когда она пропадает с вас, и вы что-то кастуете, вы теряете половину своей ебучей маны, блядь. Если вы этого не понимаете, вы будете сухие весь бой. И потом кричать, ой, блядь, кому Иннер, кому гимн, блядь. Танки, нахуй. Кто, вот, Женек сдох после Женька, кто забирал в тот момент? Госпожа. Госпожа. Поздно стаунтил, да? Женек, прожимка была? Да, пол инженер. Ну вот, а хули ты проебался, блядь? Ставьте рыбу, жрите. Ставьте этот портал сразу. Там, блядь, люди пока добегут. Эмобой, дай шкаф. Тыкайте. Вставайте быстрее. Хули вы лежите, я не понимаю. Пал инженер, блядь. Полинор. Вставайте, мы за сумоним. Тык на сумон. Тыкайте. Так, там метки ни с кого не пропали. Треугольника не вижу. А, вот и есть. Принимайте сумон. Пол инженер, пришел тебе сумон, я тебя сумонил. Пол инженер, прием. Блять, как, сука, я не понимаю, блять. Пол инженер, ты тут? Ну чё ты, блять? А, я понял, блядь. Так и скажи, Слава, блядь. Короче, я тогда буду давать иннер по усмотрению, хорошо? Да, конечно, по усмотрению хуяришь. Ну, то, что они хлопают, потом сухие останутся, но это будет их косяк. Хилы, вы не должны высыхать вообще, ну, блядь. Ко второй фазе только. Это, вообще, я рыбу пожру, секунду. Кому СС, Джанг? Ну, давай, по Женьку. Аймобой как откатится по Сенжику опять дашь. Ну да, микро врубать можешь и не врубать, можешь кнопку нажать, там есть назначенная кнопка. Все, чек на пол. Последний трай, надо уходить. Так что, блядь, не ебланьте, блядь, делайте все нормально. Не срывайте агро, блядь, сфирьте скелетов вовремя. Топ-хупи, Аймобой. Каску по инженер ебашь там, пока хуяришь. Ну или отставь тарелку, блядь. Давай забафай, блядь, убьем. Потом будешь жрать, дожрать. Блядь, это долго я ебу, ну. Вместо двух минут мы 5-6 минут стоим. Шестая минута, блядь. Еще раз, принимайте готовность. Че, не добафали, сейчас минус будет, блядь. Кто не бафает? Кто там, блядь? Все готовы, пуляем. Сразу запускайте мобов. Как 5 мобов сбегутся, дадите на пул. Станы там ПКД паловские. И максимально АУЕ от всех. Чтобы мы, может, даже без боя будем на пуле босса. Максимально прям ебаш. Прожимки отдавайте, истерии, блять. Крылья, всю хуйню отдавайте. Чтоб прям разъебались эти мобы. Вот меньше всего у нас шаманы дают по десятке. Полинор 16. Лег какой-то, блядь, 10 тысяч всего лишь. Старайтесь прям накручивать тут. Да, големов мало. 5 чаротворцев все-таки лучше их повешать, чем по одному играть. У кого таймер есть? 30 секунд, когда до боя будет, линканете? Ага, 50 секунд. Я тебя орать могу. Ну вот когда 30 секунд останется, чаротворцев выберем, доиграем, если они останутся вообще. Вон там уже
Я выбрал чертворца, у него 500 тысяч хп всего лишь, добиваем просто. Чем быстрее чертворца увидите и убьете, то меньше будет призываться этих. 30 секунд. Все, вон чертворцы, остались две штуки, просто разъебывайте их. То големов наспамят сейчас. Вон, видишь, призывают. И последний, где он там, блядь, хуй выберешь. Вот. Соло, ебать, убил его. Все, не осталось, да, вроде? Нет. Все, эту парашу оставляйте госпоже, и все. Становимся. Скоро что босс будет. Параши? Ну, параши, ну вот эти вот, блядь, как они называются, големы ебаные. Все, фулл ДПС, геро. Бля, ДК, прожимайся, подкаст. Подкаст, блядь, обязательно прожимайтесь, нахуй. Потому что да это страховка. Да мне, блядь, лагать начало, типа. Это страховка, страхуйте себя. Кровь, какую-нибудь триню там, блядь, не знаю, нахуй, не зыбку, блядь, не жалейте вообще, похуй. Вот 4, 3 хила сейчас с печатью Мактеридона, блядь. Надеюсь, у вас сейчас не отнимет ману, блядь. Нормально, молодцы. Готовимся, скоро кубы будут. Трэш — это приоритет, блядь. Если скелеты, это значит все без исключения в них играют, блядь. Как можете, как не можете, блядь. Потому что скелет живой и вызов следующих трэша, блядь, это хуёво. Так не должно быть. Да ха, ты в луже стоишь и танчишь. Да похую на лужу, блядь, забей хуй. Да, готовимся, скоро будет вызов. Надеюсь, нам повезет. Вот бесы встали возле кубов, нажимаем. Вот, отпускаем. Пока босса играем, пока босса играем. Госпожа собирает там. Смотри, автоатака или чем-то лови этих пидоров. Вот встань, где они выходят, вот здесь, ближе к этому. Ага. Чтобы хотя бы тычкой автоатаки, они на тебе будут сдерживаться. Тяжело, конечно, их выбирать там, блядь. Как последний выйдет, скажешь. Танки, не проебитесь там. Все, все, подводи босса в эту парашу. Full AOE, старайтесь вместе трэш этот свести. Боссов в парашу в эту. Full AOE по этой хуйне. Когда дашь стан, скажешь, следующий стан даст Акихиса. Отдал. Отдавайте. То ты рано дал, у мобов еще пол хп, блять. Акихиса, давай стан. Так, ас был у него, я и дал. Ну, блять, у одного моба, ну, блять, захиливайте сильнее хилы, сейчас мобы, видишь, взрываются. Все, босс. 33 паладина вроде. Да видишь, там диминишинг же тоже на этих пидоров идет. Хуярьте босса пока. Вспышка, скелеты, босса в центр, кубам подходим, нажали кубы. Отпускаем кубы, пока босса играем. Первого скелета грипп, фулл ДПС по скелету. Весь рейд. Милики, хуилики, стан ему, эфир, ПКД, оковы, блядь. Да, блядь, дайте ему эфир. Фиряйте Клео и Акихиса, блядь. Акихиса, видишь, с печатью, Клео хиляев. Следующего гриппаем. И оковы сразу, когда гриппнули, ну, блядь. Как вы, блядь, гриппаете, нахуй. Пока лежите, никто не вставайте раньше времени. Блять, РДД, выбираем моба, играем. Дайте оковы, если гриппаете, блять, сразу. Вот, стан по нему дайте. У вас что, станов нету? 10 паладинов. Весь рейд быстрее по скелету играем. Оковы, вот, молодец. Фулл ДПС по скелету. Бейте, сука, скелетов, ну сильнее, нахуй. Вот, и того добиваем сейчас РДД. Милики тоже станем, блять, дизарм даем, сало даем, хуй знает, что угодно. Так, да и гимноману, хуёво, с маной. Последнего скелета добиваем. РДД, пошли, выбрали его и бьем, блядь. Прием. Сейчас будет, как она называется, вспышка, нахуй. А у нас скелет не убитый. Хуярим его. Готовимся, вспышка. По кубам бежим, по кубам своим встаем. Нажимаем кубы. Отпускаем кубы, бьем босса. Скелета добили, да? Да, да, да. Все, отлично. Пока босса бьем. По Фокси или Батика. Короче, фулл ДПС по боссу, пускай собирает он, этот, как он называется.
Full DPS по боссу. Все в босса хуярим. Потом будем переводить этих мелких. Мелких никто не ауешит сейчас. 5% по боссу хуярим. Так, БРы все есть, все, потом резнем, если что. 3% переводим босса, все full DPS по боссу, блять. Не хочу 10 волн здесь сидеть, блять. Full DPS по боссу, 1%. На решетку, на звездочку идем, напоминаю, блять. Вместе с мобами, со скелетами, вот с этими с импами, блять. Все, теперь по трэшу full DPS. Все к звездочке идут, весь рейд. Вот, незыбка есть. Фул захил. Когда босс пойдет сюда, будет дамажить сильно рейд. Все, фул АУЕ по мелких. Теперь в мелких играем. Танки также танчат, мелких играем. Первый стан госпожа. После него второй этот Ахиса будет давать. Только когда у... Заберите с ДК, почему на ДК? У большинства мобов будет мало ХП, стан давайте. Танки, сука, не сдохните. Фул АУЕ в мобов даем быстрее. Есть у вас АУЕ или нет, блядь? Алло, ебашьте сильнее. Вот, на Йоми в контроле, блядь, ну что это за хуйня? Гимн на ХП даю. Добивайте скелетов. Ой, блядь, как они называются? Импов. ДЦшник, давай гимн на ХП. Босса бьем. Так, теперь по БРам посмотрим, кого там резнуть можно. Значит, Фусяо и Мобоя резнет. Пан Джейр, я по тебя заберу. Планина, госпожа. Ты что, я меня бил? У тебя СС-а не было, а, Сенжикс? Нет. Танкуйте не пока что, а Эрдру оставь свой СС. Меня где берешь после меня? Пока что придержи БР свой. Кусявым обоя и дамажим. Я не могу резнуть, я умер. Да ебаный рот. Тогда этот... Ладно, я понял. Блять, как вы вздыхаете? О, дай по мне БР, я БРну этого. Спасибо. В луже стоите, ребята, разверните босса, стоите в луже, бля, бля, танчите. Этот, Эрдру, давай резай Кусяо, а Кусяо им обои резнет, и ДПС. Пан инженер, разверни его, будешь отлетать, улетишь в лужу, поймаешь под контроль, блядь. В решетку поверните и стойте там, лужа, не лужа, похую вообще, блядь. Стойте там, нахуй. 10 тысяч паладинов в рейде, капли раздадим на танков, нахуй. Если прожимки нет, сразу говорите, прожимки нету, нахуй. Им обои защитовать, захилить, фулл баф, блядь. Даю пристабав. Какая-то вакханалия, нахуй. Дайте пэр, дайте каску и по локам и друидам хотя бы. Каску, лапу, пристабав, все это должно бафаться. Людей двоих резнули, я пристабав дал. Лапу дайте и каски дайте по людям вставшим. Яру нажмите еще. Геру нам попавший. Я каски не вижу до сих пор. Знаю. Все вижу. Так, этот самый... На ману, если есть, гимн отдавай. Только щиток поседай сначала. Прист, ДЦшник. На, нахуй, два танка осталось. Смотрим, Женек без дебафа. Давай я потом еще буду. Давай. После кого мне забирать? После пол-инженера. Пол-инженер, прожимки есть, нахуй? Блять, он жрет, нахуй. Ладно, забираем. Так, сейчас... Апокалипсис и хилим, да? Все это. Сука, Женек, нахуй, ты сдохнешь под дебафом, блядь. Апокалипсис забери, ну ебаный в рот. Апокалипсис. И незыбку сразу. Блять, он же сдохнет, нахуй, сейчас. Инженер, ну забирайте. Или оверхильте, я хуй знаю. Ладно, постараемся. Собрать и побегать, типа в конце. Ебаный рот, нахуй. Акуса, давай на него каплю и бабл, и массакру, блять, давай. Женек, и он все равно, видишь, с дебафом, нахуй. Женька оверхилим, он сдохнет сейчас, нахуй. Тотемы всю хуйню отдавайте, блядь, уже, ну... Незыбку отдавай, незыбка есть, блядь, быстрее отдавай. Ты же сдохнешь сейчас. У меня сейчас не будет нихуя. Вот, этот самый, Клео, давай... Незыбка 7 секунд. Клео, этот, каплю, нахуй, напал инженера.
напал инженера, давай сейчас он босса держит. Или по себе бабл, ибо нету, сдохнешь. Дал, нет, хуй знает. Не вижу. Не вижу капли никакой, блядь. Лайн жертвенности называется, сука, есть на панели? Бля, я по Женьку отдал. Я понял, Женя, блядь. Там... У меня ревнов нет. Блядь, ну вам для чего говорят, нахуй? Женька сейчас хилим, под незыбка не сдохнет. Все, пол инженера забирай. 50 на 50 есть? Нет, есть часы только. ДЦшник, зубы готовь. Сука, с маной из-за лупы, нахуй. Даю гим на ману, нахуй. Давай, инженера зубы. Не проебите, давай ему. Минус, писал, нахуй. Да. Один женек остался. СС есть. Подкил. Вставай, вставай. Фулл баф. Пристабаф, каску, лапу, каску посей дашь. Готовься с женька забирать. Сейчас у тебя дебафа нету, нахуй. Не падайте, сука. Быстрее захильте всех. Женя упал. Вот, после пол инженера апокал забираешь. Я смотрю, ты не заспил. Ёбаные бомжи, нахуй. Сука, я в ахуе. Если не промахнусь, ебать. Танки просто, ну, пизда, нахуй. Хилы, блядь, каст не стоит. Блядь, я не знаю, нахуй. Женёк, нахуй, живи, ёбаный рот. Хилю тебя в шипы, блядь. Сейчас тучку подожди, прожму, нахуй. Три ляма, ебашим. Сука, баблы готовим. Сейчас тучка кончится, хилю, сука. Щиток, дал щиток. Пол хп нету, нахуй. Инженера хилим, все хилы, блядь. Хилим, хилим. На фул хп держим, сука. Давай, блядь, ебашим. Щиток готов. Все, отлично, щиток дал. Нормально, живем. А у меня маны нет уже, сука. А, псину вызываю, нормально, ебашим, сука. Знаешь, почему? Потому что все взрывают. Видишь, Ярик, я охуенный танк. Я величайший. Да. Если бы, знаешь, если был бы аддон, вот как на леди, где духов или пельмени там словили, если был бы аддон, кто именно в каст не стопает, нахуй. Ну, просто я бы нахуярил ЕП, нахуй. А пиши. Слава, посмотри просто, короче, это, блядь, details и все. А у меня не details, у меня рекаунт ебаный, блядь. А какой чат ты говоришь? Где? Рейд чат, ДБМ, память. Кто взорвал? А где ДБМ Слаг? Кто пишет? У кого аддон? Они там, сам, память, сам. Чат. Я взорвал печать. И так вот каждый. Я скажу такой секрет, не у всех новый ДБМ стоит. А, вон, нахуй, смотри, нихуя, у Гламурыча я взорвал, стреля я взорвал, просто, блять, вы, ну, просто не буду минусовать, но просто вы понимаете, нахуй, что это пиздец. А, ну, так-то немного. Вот, смотри, опять стреля, Гламурыч, нахуй, да подожди, да, я, блядь, разъебу пацанов. Опять Полинор взорвал, нахуй, что это за хуйня, нахуй. Полинор, Гламурыч, просто одни и те же шаманы хуярят, я думаю, что у них ДПС маленький, ХПС хуёвый. Гламурище, похую вообще, опять Гламурище, блять. Госпожа, да, что-то невнятно. Просто минус, ебаш, и все. Каждому, кто, блядь, проебается, минус. Санитаунт минус, блядь. Проебался с печатью, минус, все. Короче, я не да, знаю. Да, быстро научится играть. Да, сейчас-то уже хули учить. Я же не знаю, нахуй. Я просто мешок себе заберу и все, нахуй. Нихуя себе. Я себе два раза печать сделал. Жезл ролим и пешим, нахуй. Там по-любому яшма будет, ебать. 500 эмобой. Чё, упал жезл? Да, жезл. Открывай мешок. Ща, после лута уже. На кого бог пошлет, короче, бета-тестер сумка. Хуяк, у него касса не было этой сумки. 1300. Ну и можешь еще раз удалить. Короче, мобой за 1.3 забрал. Никто не пишет. Мобой 1.3. Все, отдаю мобою 1.3. Мобой, где ты? Вторая пати. Так, ММБой 1.3. Ульдуар минус 1300, нахуй. Так. Теперь вот эта хуйня. Никому не надо. И вот эта хуйня. Жезл за 1300, ебать. Да. Ну да, никто не ставил, нахуй. У меня есть уже. Это к параша никому не надо. Все, печеньку тогда ролим. 10 пол инженер. Ага. Чё, на чё тебе на это, на голову, да? Не-не. На перч? Не, я на перчатку. Да, на хулипала. А, давай, давай, ща отдам. На хулипала. Ну и на голову ещё тогда в подарок, ебать. Акция, нахуй. Джанг 9.5, нахуй, чё там? Печенька, да, выиграл. Печенька, джанг. Какой ты пати? Третий. 9.5 выиграл печеньку. Так, Ульдуар минус 9.5. Ой, 9.500.
Все. Так, сейчас я ИП дам, подождите. Что там, блядь? Конечно, мы не разобрались. Сами не давал. Нет, он за... Не давал. Он за тех боссов давал. Все, 250 дал. Вроде столько говорили. Все. Там и в резке меньше. Да, это получается, еще мне сейчас один. Короче, два сердоля, прикинь, выпало. Два сердоля, блядь, сумки нахуй. Ну, ГЦ воет. Ну, один в ГБ ложу, нахуй. Один... И один мне. Один в ГБ, да? Ну, все, блядь. Один тебе, один в ГБ. Хорош, блядь. Да.